Так, ребятушки, привет. С тобой твой друг Розем. Почему скрыл ник? Это не новый перс, это мой старенький перс. Просто я улетел с Леоны 02. Все задолбало, вот это Мазай, твинофирмы Мазай, постоянные разборки вот эти. Плюс я ник поменял, то что в ПМ постоянно мне какие-то сталкеры достают, задолбали. Там новички, пишите на ютубчике или в дискорд канале дядюшки Розем. Я не против, задавайте вопросы, там много людей вам ответят. Вы найдете по своим интересам общение. Плюс тут есть такой раздел хвасталка, тут ребята разные скрины, как они крутят алхимку. Никита вообще чувак, такой лакер, он просто крутит такие роллы с кристаллами, пофиг с чем, ему везет, вот видно, как бы. Плюс тут есть информация разная. Спасибо Бихарту, Конрану. Я еще не забросил надежду. Придут люди, которые захотят рассказать о своих персонажах. Это как Пика, Танк, ну и ДК добавился. Но там надо разборы полетов и по другим персонажам делать. Это как нож его апнули. Если ты новенький, то ты можешь зайти на канал дядюшки Розем. Плейлисты, и тут есть обзорчики. Много хороших людей согласились с дядюшкой Розе сделать коллаборацию и записать ролики о своих персонажах. Каждый может мне написать, если он что-то знает. Мы можем сделать крутой контент. Ты можешь рассказать что-то о скиллах. То, что, возможно, тут было не сказано. Возможно, в таком ключе. Ну а так, нужна пика, нужен танк и нужен ДК, чтобы дополнить коллекцию. Я понимаю, что ножа апали. Про ножа тоже надо рассказывать. Там бомбу апнули, сколько он там. Ну это уже давно апали, уже кто-то, наверное, рассказывал. Потом луков там немножко апали, добавляли массуху им. Ну то такое. Гладов апали, арбов тоже апали, массуху добавляли. Магов апали, вот тоже недавно. То как бы эта тема всегда актуальна. По одной причине, то что игра не стоит на месте. И каждый, если что-то может рассказать, пожалуйста, я вас жду. В описании под видео есть Telegram, есть Discord. Заходи туда, ты можешь меня найти там под ником Розем. Пиши мне, я и в том числе подписончики будут тебе рады. Так, а теперь перейдем к обновлениям, там их немножко. Изменен подбор мира для Пылающей долины. Эрика, Леона, Барц, Зикард. Также изменен наградной предмет. Сундук оружия Архангела на выбор. Письмо Седрика. Тут кто-то не понял, если он и второй даже. Моего старенького сервера. Что же там изменили? Давайте посмотрим. Это мы зайдем. Это вроде бы на 55 уровне. Вот письмо Седрика. Вы можете пройти квест. Игранию там убить монстров. И вам дадут лов героическую пушку на выбор. Это на 55 уровне. Понимаю, что добавили просто в этот сундук, это все изменения, что были с этим сундуком. То, что это было больше полгода назад, когда этот сундучок добавляли, то я так не помню. Вроде бы с 55 уровня можно пройти этот квест. Теперь переходим к ивентам. Тоже ивентов немножко, но есть. Вот как раз вы видели новый инстант. Земля развития. Для уровней 30, 50, 55, 60, 70 точки входа. 1 час, 1000 адены вход, да? Но тут ничего не падает. Это получается... Это как изобильный аден. Вот был недавно. Ивент такой же. Вот очень много опыта и адены падает. А там еще кристаллы падали. И разные плюшки с монстров должны были падать. Но я так и не понял. Но тут они поубирали просто... Земля развития, типа, апаете очень хорошо опыт и аденочку. Также добавили сундук наследника поддержки развития. Ну, реликвия, зелье развития и расходнички разные. Можно покупать каждый день. Один раз в день. Храм рассвета. На время ивента он становится двухчасовой. И падают такие интересные сундучки, в которых знаки поручения от 50 до 500 штучек. Ивент пройдет до 27 сентября. Очень хороший инстант, без PvP, в котором можно подкачаться. Увеличено накопление энергии с кубков на 100%. Плюс, если у вас там вкачаны соски, там кристаллы души. У меня получается где-то 330 там работяжечки, которые
донатят. Вот такие вот кубочки, кто не знает, это очень круто для тех, кто начал играть. Вы купили паки, и вы не просто юзаете реликвию энергию, а вы с нее крафтите ежедневно. Это не новшество. Вот такие вот кубочки. И там с 50 по 60 левел один такой бутылечек капает левел, примерно. Он накидывает виталочку. 4900. 4900 он так должен накидывать 1500, но с вот этим ивентом он накидывает почти 5000. Ну и писемка, которая приходит вечером, 9 часов. Энергия инхаса 1000 единиц. Часики в инстантик новый. Сундучок с зельем развития 10%. Может выпасть зелье пробуждения низкого среднего качества. Карты класс, ну такое неплохо. В донате-магазине есть вот такой вот. Я, кстати, в прошлый раз не сказал, что... Ну, это сундучок за реал. Тут 1000 алмазов. Плюс есть бежи сразу, плюс 4. И вот интересные такие вот... Героическое оружие плюс 7 и героический доспех плюс 5. На выбор. Очень интересно. Вот что тут нам предлагают. Кристалл Дэймон плюс 7. Ивент. На время. Странно, что тут не указано. Так... самим паком, в паках шквал сайхи, но в этот раз героическое ожерелье на выбор, ну как бы величие, ну шанс 10%, 240, это не очень вкусно, как бы очень неравноценно, я бы сказал. Магические чернила даже есть. Случайный предмет, героический или легендарный, ну вы сами понимаете, что вам выпадет. Это только если фиол, конечно, пробовать крафтить, но шанс 1%. И тут тоже у нас случайный предмет из списка. Можно еще вот такие вот свитки попробовать скрафтить. Не вижу их на продаже. Свитки крафтятся непривязанные. Донатеры будут рады у вас купить этот свиточек. Потому что этот свиток можно использовать с оружием плюс 9 и выше. С определенной вероятностью повышает значение модификации. При неудаче оружие не уничтожается. Расходуется только свиток. Так, улучшенный легендарный, улучшенный героический, по 5 штук, по 11 раз. Карты, ордена славы, знаки поручения, кристалл, улучшенный кристалл, высшего качества на выбор 2. Пособие, реликвия энергии, сундук с рункой на выбор, бонусная монета мастерства, знак создания боевого духа. Так, а это что мы можем сделать? Рунка, часы подземелья, зелье, карты, да? Такие посредственные паки. Если вы только начинаете играть, конечно, они вкусненькие, они вас бустанут неимоверно. Просто неимоверно. В начале паки очень хорошо бустят. Ну, они реально вас бустанут. Обычная обновка. Всем до новых встреч. С вами был дядюшка Розе.